на месте. Мы приветствуем Магриту, интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Ты знаешь, она в паутине вся. В паутине. Хорошо. Даю команду силы моего намерения. Вся паутина, которая находится в ее биополе, выходит до последней частички и формируется в шар перед ней. Да, будет так, а так и есть. Она как мешок вокруг ее ног. Голова полностью все. Рыхлая такая, не как кокон, как вата больше. Мягкая паутина вокруг. Да. Понятно, все выходит. Вышло. Отправляет этот шар в клетку-тюрьму. Готово. Я даю команду. Значит, 3 сканер сканирует пространство над головой Агриты под ногами 360 градусов вокруг нее. 3. Сканер сканирует все 7 тонких тел Агриты. Находит все. Ну нет, 2 арахноида вышло сразу. 2 арахноида? Да, к этой паутине, к шару. Один хромает, он как пожилой. А другая яйца или что там откладывал. Понятно. Он плел, он откладывал. Хорошо. Преступный синдикат. Вы готовы сегодня быть сброшены в галактическое ядро? Вам человек давал разрешение свое, арахноиды? Они умеют замечательно молчать. Хорошо, ждем. Кто у нас другие каналы? Посмотри. Синий дракон. Синий дракон. Инсектоид. Джин. И бес. И бес. Какой бес? 8. У Джина цифры над головой. Считай, пожалуйста. 34-11. Синий дракон цифры? 17-28. Хорошо. Кто из вас имеет контракт с Агритой? Никто не имеет. Кто из вас присутствует еще в ее доме? Джин, бес, дракон. У арахноидов есть представители. И арахноиды есть. Потомство. Потомство там, понятно. Но оно уже самостоятельное, я полагаю. Да. Это потомство. Но инсектоида нет в доме. Кому вы еще подключены из членов семьи? Кто из вас к ребенку подключен? Арахноидов есть потомство. И оно и к ребенку подключено. Понятно. Сколько арахноид находился в этом биополе? Арахноиды в общем. 7 лет. Сколько синий дракон находился? 3 года. Инсектоид. Сколько у тебя инкубаторов? Подожди, дракон поправляет. 2 и 8. 2 и 8. Это не 3. Хорошо. Дальше. Инсектоид. Сколько у тебя инкубаторов 4 находится? 4 месяца. Еще нет инкубаторов. Джин, сколько ты находишься? 3 года. И бес 8-герцовый. Сколько ты находишься? 5 месяцев. Хорошо. Бес, скажи мне, там есть черт в квартире? Или ты там рулил? Есть. Понятно. Значит, он собак мучил. Будем разбираться. Хорошо. Начинаем с реверса энергии. Даю команду тонкой копии Агриты спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низковибрационную энергию в ее биополе. Канал выстраивается также к паутине арахноидов. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низковибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Агрите. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Усилие потоки в 50 раз. Пока идет реверс, сканер просканирует полноту души Агриты. 100%. Отлично, хорошо. Хоть не надо по вселенной бегать и собирать... Готово. Установили фильтры золотой сеточкой на все каналы, и в порядке реверса Агрита забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошли энергии божественные и чистые. 1, 2, 3. Все, что не похитили, все, что не взяли до последней капли, возвращает Агрита себе обратно. Она хозяйка своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Обращаясь ко всем, кто высасывал во время сна человека энергии, что он не мог встать с кровати. У него постоянно не хватало энергии. Кто это делал? Но вот паутина арахноидов, ей нужно было энергии, чтобы они находились там и откладывали, потомство выводили. Еще и вдвоем. Это ради вашего... С этой паутины возвращается энергия по чакрам. Арахноид, я вот не понимаю, человек давал вам вообще это разрешение на такое воздействие? Или вы считаете, что вы это все безнаказанно, это какая-то серая зона, нет никаких законов мироздания? Делай, что хочешь, заходи, кому хочешь, получай и бери, что хочешь. Так вы считаете? Ну, от него такая, как телепатически идет, он не говорит, но от него идет слово пассивность, что она терпит много. И это устраивает их как раз.
терпение. Терпение — это хорошая пока черта. Пока она терпит, они захватывают. И потом уже поздно возмущаться. Да нет, никогда не поздно, арахноиды. Каждый получает удар по 50 тысяч герц. Удар. Никогда не поздно, арахноиды. Никогда. Есть законы. Это не серая зона. Они просто показывают, что они, когда больше 60% влетают, вот эта паутина окружают, потом человек уже не сопротивляется, просто в течение живет. Ревер закончился. Хорошо. Тогда начинаем с вытаскивания всего. Начинаем с беса. Бес, скажи мне, где лярва находится в биополе Агриты? Сердечная чакра. А кто у нас там в сердечной чакре был? Дракон он знает, кто был, он знает, что там собирается весь негатив, переживания у нее в сердце. Синий дракон, это не твоя работа? Не стоит ли там твоя плата? Нет. Хорошо, бес, выходи, отключайся полностью, вытаскивай все, что ты там оставил. Что у него? Носочки? Гольфы? Что? Веревки? У него, да, как гольфы такие. Выше колена, красные. Готово. Хорошо, хочешь лярвы попросить у меня? Хочет. Забирай. Ничего не забывай, возвращайся назад. У нее обиды там скапливаются. А на что? Это даже не сердечная, а вот горловая, между горловой и сердечной чакрой. Я еще не слышал, чтобы сущности как-то на обиду, но это чувство влияли. Это, в принципе, человек сам решает. На не что влияет. У нее лярва из-за обид собранных. Хорошо. Эмоций. Несброшенных. Агрита, вы видите ситуацию сейчас, эти несброшенные энергии, обиды никуда не пропадают, если вы их не выводите сами. Они у вас манифестируются и превращаются в черные лярвы. Потому у вас эти места очень сильно болят. Сняла все. Хорошо, вернулся назад. Джин, выходить не надо. Джин, собирай всю свою пыль, ничего не забывай. Подключки вытаскивай, отключайся полностью. С какой вещи ты попал 3 года назад, Джин, к ней? Что-то большое, типа постельного белья или скатерти показывает. Набор, наверное, белья или скатерть. Хорошо. Он даже не попал, он показывает. Ее внимание привлекло, она его потрогала. Выразила внимание ему. Ну, она же не видела, что это джин, кого она трогает, правильно? Нет, она потрогала. Ну, ткань вот эту она трогает. Ну, понял, ему энергии понравились ее, да? Она выразила внимание. К белью. А джин понял к нему, да? Да. Вот хорошо понимать, джин, как ты хочешь, правда? Хочу так, понимаю, хочу так, понимаю. Ведь есть же люди, которые просят джина, приди, исполни мои желания. Вот почему ты пришел к ней конкретно? У него много желаний. Ждем, пока он все вытащит. Он их услышал, эти желания, на тот момент. Материальные желания? Разные, конечно, земля материальная. Ну, духовное ты не можешь желания исполнять, поэтому только материальные. С ним закончили, Вера? Да, он все протянул. Инсектоид, выходи, вытаскивай свой инкубатор, если у тебя его нету, все, что у тебя там осталось, вытаскивай. Ничего не забывай, возвращайся назад. У него жидкость как гель, который он готовит для инкубаторов, которая затвердеет потом. Вот это была бы веселая история, когда бы она затвердела. Как она сейчас чувствует эту твою энергию, этот твой гель в ее биополе? Где у нее боли? Живот? Из живота пока небольшой дискомфорт. Ну хорошо, что Агрита вовремя пришла к нам. Кислота чувствуется внутри. Конечно, кислота. Они несовместимы просто эти энергии с энергией Агриты. Все забрал. Синий дракон, выходи, вытаскивай все свои платы, ничего не забывай. Готово. Хорошо. Арахноид, что-нибудь осталось еще на вашей чистоте? Иголки есть? Есть. Выходи, вытаскивай все. Возвращайся назад и докладывай о готовности к проверке. Для всех, говорю, проверка будет проходить сканером несколько миллионов герц. Если кто-то что-то оставит или забыл, он просто по каналам сгорит в этой клетке. Я вас предупредил. Мохнатые у них иголки, они, ну, вся голова, они с головы достают. Они ее спать укладывали. И вот этим паутиной закрывали, как одеялом. Ну, для меня это массивное воздействие, уже перебор всех норм допустимых. Готово. Хорошо, бес. Тебя интересует эмоциональный фантом? Интересует. Хорошо. Я сейчас буду зачитывать частоты, ты мне скажешь основные частоты, назовешь пару, из которых все вытекает.
Понятно? Да, он попробует. Выходит эмоциональный фантом Агриты, проецирует все негативные программы, негативные мыслеформы, а также всю низковибрационную эмоциональную энергию, ревности, агрессии. Все это низковибрационное, ей сгенерированное, проецируется на ее эмоциональном фантоме. Вышел фантом. Как он выглядит? Он серый. Хорошо, Агрита, эти энергии вы сами произвели. Вы готовы с ними расстаться? Да, готова. Сворачиваете энергии в шар. Бес, забираешь? Да, забирает. Хорошо, отправляю бесу, я тебя слушаю. Апатия, ревность. Еще что-нибудь? Там всего понемножку, он говорит. Он ровно серый. Понятно. Ровный, из плесков. Понятно, все, хорошо. Ладно, я тебя сейчас открываю вместе с Джином портал в дом Агриты. Вы собираете все, что там осталось. Бес, ты мне покажешь все порталы, которые находятся в доме. Я тебе соберу весь негатив. Черту я ничего давать не буду, потому что мучил собак. Все понятно? Да, понятно. Хорошо, открывается два портала. Дом Агриты. 1, 2, 3. В один уходит Джин с бесом. Синий дракон уходит в другой портал. Снимает все свои платы, дожидается нас. Мы приходим, открываем его, проверяем и открываем ему портал на его чистоту. Закрывая, печатая, растворяя оба портала. Готово. Инсектоид готов уходить? Да. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте инсектоида. Инсектоид забирает все, что принес, уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяй. Готово. Хорошо. Ли, я прошу тебя выйти на связь. Слушаю. У меня здесь два очень старательных арахноида, 7 лет сидели. Человек с головы до ног был в их паутине, не мог встать с кровати. Постоянно не хватало энергии. Иголки мохнатые повытаскивали целую кучу. Забирали огромное количество энергии. Что с ними делать? Заберем на проверку. Хорошо. Благодарю тебя. Готово. Паутину тоже забрали? Нет, в клетке. Под паутиной открываю воронку в галактическое ядро, она уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Клетка должна быть пустая, да? Да. Хорошо, поехали по частотам. По закону свободы воли души и свободному праву распоряжаться собственными энергиями, Агрита должна взять ответственность за свою жизнь в свои руки и выразить это намерение. Она готова это сделать? Да, готова. Я говорю вслух ей о том, как копия повторяет за мной. И договора. Договора выходят, активно и подсвечиваются. У меня ощущение, что зеркало вышло какое-то круглое. Отправляю зеркало в клетку-тюрьму. Считаю информацию, что это. Ставим монитор. У меня был договор с кем-то. С кем я пока не пойму. Я просто вижу один кусок информации, что она вот это зеркало в болото смотрит, как зеркало, и ее затягивает это болото. Выстраиваю канал от этого зеркала, притягиваю ответственного. Его нет в живых, ответственного, что ли. Никто не притягивается. Это фантом стоит его в клетке тюрьмы. Это фантом. Как старушка какая-то. Кто ты такая и почему это зеркало находится в биополе Агриты? Ты ведьма? Ты колдунья? У нее нет звука, она просто кивает и показывает руками, что она довела ее до самоубийства. В какой-то жизни? Да. Хорошо, ставим монитор. Пошла картинка, пусть транслирует на картинку. Это не болото, это озеро. Сейчас оно высохло, и болото. Понятно. И что она сделала? Магию? Да. В каком году это было? 1735 год. В общем, у этой ведьмы, она и не ведьма-то, она просто женщина. Ну хорошо. Зеркало не должно находиться в биополе. Какая она цель Она просто была? Женщина, которая занималась магией. У нее была дочь. Магия у нее получалась хорошо. Эта женщина, эта дочь любила жениха. Вот это ее. И попросила маму сделать так, чтобы он ушел к ней. Да. Ну и где ты сейчас находишься, женщина? На каком уровне за это? Ее нижние забрали. Она где-то мне... внизу. Понятно. Вот так вот это все. Хорошо. Значит, у нас магия, у нас зеркало. Хорошо. Значит, тогда... Спрашиваю Агриту. Агрита, вы готовы аннулировать вот это все, что мы сейчас видим? Да, конечно, готова. Повторяйте за мной. Внутренней властью моего суверенного я объявляю. Энергиями. Пошел возврат энергии, если таковая есть. Я не понимаю, почему она на контракты выскочила, а не на магию. Потому что это не магия, она с зеркала вышла. Но это должно было быть ее согласие. Возвращается что-то из зеркала? Нет, не возвращается. Она давно всю эту ситуацию простила.
Ну что, я думаю, если она простила, тогда эта ситуация для меня решена. Открываю под этим зеркалом. Она связана еще как-то или нет, Вера? Нет. Отлично. Открывая под зеркалом воронку в галактическое ядро, зеркало уходит на переработку в чистую первичную энергию. Хорошо, женщина. На каком уровне сейчас ты находишься внизу? -4. -4. Я так и считал. Хорошо, отправляю тебя назад. Надеюсь, ты сделала выводы из своей жизни прошлой. И открывается воронка против часовой стрелки на частоту, где находится эта женщина. 1, 2, 3. И ее фантом уходит на этот уровень. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. -4. Поехали дальше. Пусть тонкая копия Гриты вспомнит самый счастливый момент в жизни и даст нам числовое значение. 620. И понимаем уровень эмоционального состояния тонкой копии Агриты до числового значения 620 Гц. Пошел подъем. Она добрый ангел. Любит всех, понимает и защищает своими крыльями. Себя надо в первую очередь уметь защищать. Готово. Любому ангелу. Не разбрасываться родными энергиями. Отлично. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Агрита, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Великолепно. Хорошо.